Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». В студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем и о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Личный контакт с людьми – лучшая оценка работы органов власти. Глава региона Константин Сумар провел прием по личным вопросам в городе Пинске и напрямую пообщался с пинчанами. Составляющие успеха крепкой экономики области зависят от разумной работы на местах и личной заинтересованности каждого в общем успехе. Вердикт февральского заседания Брестского облсполкома. Троекратное «Ура» белорусским защитникам Отечества. В Брестской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Губернатор региона Константин Сумар совершил рабочую поездку в город Пинск. Программа визита была разноплановой и включала в себя не только посещение социально значимых объектов, но и прием граждан по личным вопросам, а также встречу с населением города. Какие проблемы волнуют пинчан сегодня? Насколько местная власть готова решать и решает возникающие вопросы? И какие работы необходимо провести в самом центре Полесья в преддверии областного праздника урожая «Дожинки»? Узнавала наша съемочная группа. Личный прием граждан. Именно с него началась рабочая поездка председателя Брестского областного исполнительного комитета Константина Сумара на Пинщину. За несколько часов почти два десятка человек смогли поделиться своими проблемами и получить ответы на просьбы, жалобы и предложения, касающиеся различных сфер жизни. Большинство нареканий жителей связано со строительством и услугами ЖКХ. Я обращалась с жилищным вопросом о сносе. Дома было принято решение в 2010 году, и вот до сих пор наш вопрос не был решен, понимаете. Я человек мирный, как-то это самое, ну, уже пришла просить помощи. И спасибо ему огромное за его понимание и за все. Спасибо большое. Благоустроить улицы, провести канализацию, переселиться из аварийного жилья в более комфортабельное – ни один из вопросов не остался без внимания и ответа. С одной лишь правкой – на решение некоторых необходимо время. Особенно это касается жильцов ветхих домов. Их в городе более 200, и одномоментно обеспечить всех жильем невозможно, но работы в этом направлении ведутся и находятся под личным контролем руководителя области. Город Пинск – это один из городов нашей Брестской области, там, где очень много ветхого жилья, которые построены были еще лет 100-110 тому назад, и люди живут без никаких удобств, и, конечно же, есть определенные вопросы. Поэтому мы сегодня как раз приняли такое решение, чтобы отработать программу вот, сноса такого ветхого жилья и предоставления квартир в новых домах семьям, которые проживают здесь, именно в течение буквально 3 лет. Областной праздник урожая «Дожинки» в этом году пройдет в Пинске, в самом центре Полесья. Не секрет, что к этому празднику в любом городе готовятся заранее и основательно. Вторая часть поездки губернатора – визит по социально значимым объектам, а также проблемным улицам и районам. Привести в порядок город, но при этом сохранить его архитектурную целостность – задача непростая, но благодаря совместным усилиям областной и местной власти вполне решаемая. Мы не зря приняли такое решение, чтобы областные «Дожинки» провести в этом году в Пинске. И уже исходя из этого, будет у нас возможность поднажать некоторые организации, предприятия, которые находятся на территории города Пинска, плюс свои бюджетные средства выделить и таким образом начать уже такую колоссальную работу по благоустройству города Пинска. Со строительством где-то асфальтное покрытие, с канализацией, с другими вопросами. И таким образом плавно перейти на 2015 год, где будет тоже, я буду предлагать нашему главе государства Александру Георгиевичу Лукашенко, чтобы провести еще и республиканские дожинки. И таким образом продолжить вот глобальную такую работу по благоустройству именно города Пинска. Посещение Пинского опытного завода путевых машин – еще один из пунктов программы рабочей поездки. Техническое состояние многих сотен километров железных дорог страны – заслуга работников этой организации. Именно здесь проходит обслуживание и ремонт специализированные подвижные составы, которые используются для усовершенствования железнодорожного полотна. Завод можно смело назвать находящимся в состоянии постоянной модернизации, в хорошем смысле. Модификация проводится не только с целью повышения уровня оказания услуг, но и с прицелом на удешевление и экономию собственных ресурсов за счет внедрения современных технологий. В прошлом году мы купили еще одну машину выправочно-подбивочно-рихтовочную и один стабилизатор пути, который в данный момент еще не растаможен, но планируем в этом году получить к себе тоже на баланс.
и будем в этом году запускать их. На бытовом корпусе, там, где наши работники моются, переодеваются, мы установили солнечные батареи для подогрева воды, которые существенно позволяют экономить электроэнергию для подогрева воды. Завершилась рабочая поездка главы области на Пинщину встречей с жителями города в Доме культуры, в ходе которой Константин Сумар подробно рассказал о том, как сработала экономика края за минувшие несколько лет и какие проблемы сегодня требуют первоочередного решения. Была поднята и актуальная в последнее время тема медицинского обслуживания, а именно участившихся попыток спекуляции на тему платного лечения. Оценка губернаторам была дана жесткая и принципиальная. Медицина бесплатна для граждан, но это не значит, что она ничего не стоит для государства. И относиться к этому необходимо с пониманием. Вот сейчас я смотрю, что некоторые претенденты на депутатский мандат в городской совет, в областной совет начинают эту тему муссировать. Я тогда задаю вопрос, скажите, а кто заплатил какие-то деньги за то, что его лечили, например, в городской больнице города Пинска или там областной у нас больнице? Ведь все это у нас бесплатно. И это аж та идет спекуляция, может быть, на незнании тех людей вот этой темы. Другое дело, когда кто-то хочет, например, где-то экстренно или какие-то другие условия, ну, пожалуйста, хочешь, иди в частные медицинские учреждения и плати эти деньги. Но я еще раз хочу повториться, что нет этой проблемы, нет этой темы. С момента предыдущей подобной встречи с пинчанами прошло около 3 лет. За это время многие вопросы и проблемы, озвученные тогда, решены. Можно не сомневаться, что и этот рабочий визит станет не менее продуктивным. Но необходимо помнить, что зависит это не только от работы местных властей, но и от самих людей. Пинск – город с многовековой историей и культурой, центр и сердце Полесья. Один из самых живописных уголков страны, где живут трудолюбивые и талантливые люди, а потому можно с уверенностью сказать, что не только областной праздник урожая, но и желание жить в красивом и процветающем городе для них – отличный стимул и руководство к действию. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Многие проблемные вопросы поднимались и на прошедшем заседании Брестского областного исполнительного комитета. На повестке дня стояли 3 вопроса – реализация программы устойчивого развития села, придорожный сервис, а также вторичная занятость молодежи области. Чего удалось достичь в прошедшем 2013 году? Каковы планы на 2014? А также какие проблемные вопросы требуют более пристального внимания и решения в первую очередь? Смотрите в материале Анастасии Стропко. Первый вопрос, который стоял на повестке дня Брестского облсполкома, был посвящен ходу реализации мероприятий по выполнению государственной программы устойчивого развития села. Минувший год оказался не самым успешным для агропромышленного комплекса региона. Многие показатели не достигли даже отметок 2012-го. Безусловно, немалую роль в таком положении дел сыграла не самая благоприятная погода. Но списывать только на нее все недоработки нельзя. Результат зависит в первую очередь от профессионализма и желания работать, чего некоторым руководителям на местах порой не хватает. Мы должны откорректировать и довести определенное задание, но разумное задание, с области до районов по выполнению в целом 5-летних наших планов. И самое главное, что вот такая задача перед всеми нами стоит, о чем я уже говорю, хочу просто повториться, именно с теми финансами и ресурсами, чтобы мы сделали больше. И самое последнее, когда мы просим деньги, то надо сначала выложиться и самим нам. Сделать все возможное, чтобы у нас не было таких изъянов и проблем, и недостатков по увеличению производства сельхозпродукции, в том числе животноводческой. Там наши деньги, вот оттуда эти деньги нам надо доставать и зарабатывать. Очевидно, что именно человеческий фактор играет ключевую роль в деле исправления и налаживания ситуации в отстающих СПК области. Модернизация, которая сегодня стоит во главе угла каждой организации, желающей быть конкурентоспособной, невозможна без грамотных и подготовленных специалистов на всех уровнях. Сегодня для обеспечения хозяйств грамотными кадрами делается много. Это и условия труда улучшаются, новая техника, технологии, созданы агрогородки с развитой сферой услуг. Однако, анализируя закрепление кадров в области за последние 5 лет, нужно отметить, что после отработанного обязательного срока остается работать в сельском хозяйстве только треть специалистов.
Насколько готовы объекты придорожного сервиса Брещины к наплыву туристов и болельщиков чемпионата мира по хоккею в мае текущего года? Второй вопрос, рассмотренный на заседании Брестского облисполкома. Магазины, кафе и автозаправочные станции вдоль основных автомагистралей – первые объекты, которые видят гости нашей страны, являются показателем уровня туристической привлекательности и удобства. И чтобы первая оценка была положительной, необходима грамотно продуманная и разработанная инфраструктурная сеть. Последние два года многое сделано в организационном плане по подготовке транзитной инфраструктуры. Во всех объектах придорожного сервиса установлены платежные терминалы для расчета банковскими карточками, реализуются блюда белорусской кухни, обеспечено оформление меню на иностранных языках. В 2013 году на курсах английского языка прошли обучение работники Облпотребсоюза, железнодорожного вокзала Бреста и Брест-Облнефтепродукта. Дополнительно в этом году комплектуются группы и организованы экспресс-курсы по изучению иностранного языка на базе университета имени Пушкина. Несмотря на то, что большая работа уже проведена, еще есть задачи, которые должны быть решены в кратчайшие сроки. Этот вердикт может быть применим и к третьему вопросу повестки дня – вторичная занятость молодежи в период, свободный от занятий в учебных заведениях. На Брещине с каждым годом становится все более вариативной и привлекательной. Однако некоторые коррективы и доработки необходимо внести ответственным за это направление лицам. Брещина прочно занимает лидирующие позиции по многим показателям социально-экономического развития. И именно от работы на местах и личной заинтересованности каждого в общем успехе зависит, сможет ли регион не только упрочнить, но и развить свои успехи в наступившем году. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Этот поистине всенародный праздник знаменует дань глубокого уважения к нашей героической истории. Олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг защитников Отечества всех поколений. Сегодня патриотизм белорусского народа, консолидация общества являются важнейшим фактором безопасности нашей страны. А вооруженные силы – достойным преемником тех, кто на века вписал в историю свои подвиги. Торжественные мероприятия прошли во всех уголках нашей страны. В областном центре поздравления принимали защитники Отечества всех поколений. В День защитника Отечества во всех уголках бывшего Советского Союза возлагаются цветы к обелискам и мемориалам, которые хранят память о подвигах солдат и офицеров в годы войны. Ранним утром свежие цветы легли к подножию монумента освобождения на площади Свободы. Сюда пришли почтить память павших в боях руководство области и города, ветераны, дипломаты, военные. Для каждого это место наполнено особым смыслом. Каждый в минуты молчания думает о своем. Каждый считает, что именно в торжественные моменты, в дни праздников, нельзя забывать о тех, кто подарил нам мирную жизнь. Тот народ, который помнит свою историю, тот народ, который сохраняет и уважает свои традиции, он и строит хорошее будущее. И пример этому наша страна, наша Республика Беларусь. Поэтому вот именно этим мероприятиями, которые мы проводим ежегодно, вот в Брестской крепости и на площади Свободы, мы тем самым не только отдаем дань уважения тем людям, которые защищали нашу родину, когда-то большую, сейчас нашу маленькую родину, Беларусь, нашу страну, но в то же время мы тем самым стараемся и помочь, и нацелить наше молодое поколение на то, чтобы они таким же образом относились к прошлому, с уважением к настоящему и делали все возможное, чтобы строить хорошее, прекрасное будущее. И это мероприятие как раз не исключение. И именно в этом заложен, я считаю, очень хороший и глубокий смысл. Смысл преемственности наших поколений. Возложением цветов к вечному огню и минуты молчания почтили память защитников Отечества и на священной земле цитадели над Бугом, отдавая честь павшим в годы Великой Отечественной войны и тем, на кого в мирное время возложена нелегкая и ответственная задача Родину защищать. Почетные роты торжественным маршем прошли по площади церемониалов. Осталось порой имен,
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Есть такая профессия – родину защищать. Слова из легендарного фильма «Офицеры» сегодня уже крылатая фраза. Но если вдуматься, для скольких военных, офицеров и рядовых, прошедших войны и военные конфликты, и в мирное время защищающих рубежи страны, мир и покой сограждан, эти слова стали руководством к действию и смыслом жизни. Об этом знают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом знает и нынешнее поколение защитников Отечества. «Время выбрало нас», поется в песне. И действительно, во все времена оберегать покой родной земли вставали лучшие сыны Отечества. Любая страна должна помнить тех людей, которые в разные годы тоже защищали свое Отечество. В данном случае мы, вот этот день, когда встречаем и празднуем День защитника Отечества нашей страны, то мы говорим и о другом, что мы помним тех, которые были в 41-45, тех, которые погибли в других странах, вот не, там, где воевали, где была не объявлена война. Мы сегодня будем говорить и должны помнить в этот день и тех людей, которые мирное время, но люди в погонах, которые тоже рисковали своей жизнью и гибли то же самое. Поэтому в любые времена нашей истории мы должны чтить и помнить память и тех людей, которые погибли, и тех людей, которые сейчас защищают нашу Родину. В Беларуси создана армия суверенного независимого государства. В последние десятилетия делается все возможное для поднятия престижа и авторитета воинской службы. Проведенное реформирование, последующее строительство и развитие вооруженных сил позволило придать армии современный облик, оптимизировать структуру и численность, степень боевой и мобилизационной готовности, уровень оперативной подготовки личного состава обеспечивают решение поставленных задач. Мы всегда держим порох сухим, потому что вот даже последние события, видите, тоже в Украине показывают, что только лишь твердая власть, значит, все структуры, это и вооруженные силы, и другие силовые структуры, они должны четко работать на государство. Тогда будет во всем порядок, и люди это понимают, особенно наши люди. Авторитет вооруженных сил очень высок, и, значит, среди стран СНГ, потому что у нас действительно организована и ведется боевая подготовка. Мы участвуем в различных учениях. Совместные учения постоянно, каждые 2 года проводим с Российской Федерацией. И результаты говорят сами за себя. Сегодня служба необходима. Тем более служба, которая обеспечивает национальную безопасность нашего государства. Обеспечивает безопасность государства на ее границе. И без жесткой позиции обеспечить спокойствие наших граждан, уверенность в завтрашнем дне, безусловно, возможно только людям в погонах, знающих свое дело и выполняющих свой долг профессионально. Армия была и остается основой каждого государства, его щитом и мечом. В любую минуту солдаты готовы стать на защиту Отечества. Военнослужащие Брестского гарнизона – олицетворение высокого профессионализма, отличной боевой выучки. Они – гарант территориальной целостности и суверенитета. Подтверждение всему вышесказанному – награды на кителях и грамоты от Брестского областного исполнительного комитета. Константин Сумар подчеркнул, что все те люди, которые служат Отечеству и прославляют Отечество, достойны троекратного ура. Пример тому и победы белорусов на Сочинской Олимпиаде. Я должен сказать, что любое достижение наших спортсменов, они в определенной степени цементируют, делают едиными нас всех. Вот это первое. Тем более вот те успехи, которые принесли наши девочки, в том числе и Дарья Домрачева, это уму непостижимо. Я тоже мог бы сегодня крикнуть «Ура, ура, ура!». Они показали и в какой-то степени являются примером единения всех наших людей, которые проживают на территории Беларуси, в том числе Брестской области, независимо от национальности и какого-то вероисповедания. И тем более, ну вот, празднуем сегодняшний день. Я хотел бы, чтобы мы тоже учитывали вот те проблемы, то горе, я считаю, которое есть наших ближайших соседей, чтобы мы тоже понимали, без единения, без поддержки своего государства, без
ну, хорошее отношение к труду и к всему тому, что позволяет ну, крепить нашу мощь, в том числе и военную, и трудовую, невозможно. Уже на протяжении более 9 десятилетий праздник 23 февраля является праздником военных, сотрудников органов внутренних дел, пограничников и пожарных, праздником людей, которые раз и навсегда выбрали один путь, одну профессию – родину защищать. А самое главное, они вырастили достойную смену, и сотни ребят хотят равняться на своих дедов, сыновей и братьев. Они хотят быть бравыми военными. Я хочу стать военным. Военный – это честь, это защищать. Обязательно защищать родину и родных. Я хочу продолжить традицию славных героев Отечественной войны. Мы все, чтобы как бы уже была преемственность из поколений. Вот. Вот этот внук у меня хочет быть военным. Вот. Но тот будет где-то по гуманитарке. Вот. Еще один у меня есть внук, которому сейчас 7 лет. Тот тоже хочет быть военным. Его мама военная и папа военный. У вас династия военных? Да. А в каких войсках служили? Я сам танкист, вот, но пришлось служить в артиллерии. А службу заканчивал здесь, в 50-й гвардейской дивизии, в Муцинковом полку. Как служилось? Ну, хорошо служилось. Я хочу быть спецназовцем. А почему ты хочешь быть спецназовцем? Потому что у спецназовцев калашников, и я хочу быть прямым сельником. Служба в армии сегодня престижна. Высокой оценки заслуживают брестские мужественные защитники Отечества. Они – гордость нашей страны, как признание вышеперечисленных качеств и заслуг, поздравления и пожелания от губернатора региона. Нам надо быть едиными. Надо нам сплачиваться всегда именно во время того, чтобы нашу независимость, которую объявил и президент, который все время старается делать все возможное для нашей независимости, в том числе и экономической, то же самое, чтобы мы именно всеми силами и укрепляли, и сохраняли. Вот это я хотел бы и пожелать, и попросить. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. ДСАФ за свою продолжительную историю существования выпустил огромное количество специалистов самого широкого профиля. Поэтому приближающаяся дата 23 февраля – День настоящих мужчин, профессиональный праздник представителей и этой структуры. Именно здесь куется характер, формируется обязательность и ответственность. Возможно, поэтому итоговое совещание директоров структур ДСАФ по показателям 2013 года прошло в преддверии мужского праздника. На заседании были подведены итоги года ушедшего и определялись перспективы 2014-го. Вывод один. Предстоит огромный пласт работы по патриотическому воспитанию молодежи, по совершенствованию материальной и технической базы. Без сомнения, много уже сделано. Однако всем структурам придется еще потрудиться, чтобы вывести обучение на новый, более качественный уровень. Подробности в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Отчетно-выборная кампания в оборонном обществе и решение 14-го съезда ДСАФ Республики Беларусь явились определяющими направлениями в деятельности организаций и структур ДСАФ области в 2013 году. В целом, с намеченными показателями в регионе справились. Об этом неоднократно говорилось во время совещания руководящего состава ДСАФ в Брестском учебном центре имени Карбышева. В условиях конкуренции на рынке оказания услуг населению коллективы региона достигли хороших результатов финансово-экономической деятельности. Однако время не стоит на месте, поэтому активное совершение вот главная задача не только на 2014, но и последующие года. У нас состоят сугубо вот эти задачи по деятельности нашей основной. Это рентабельность на 17 повысить, там и 0,3% мы планируем процента по отношению к факту этого года. Что касается подготовки специалистов, мы увеличиваем ее количество, планируем увеличить на 40 человек, то есть цифра 9650 водителей мы собираемся подготовить. За 2013 год в структурах ДСАФ области плановое задание по обучению граждан востребованным профессиям выполнено. Было подготовлено около 11 тысяч специалистов, из них чуть более 9,5 тысяч водителей. Общая рентабельность по всем видам финансово-хозяйственной деятельности составила порядка 18%. В планах продолжить модернизацию уже существующей учебно-материальной базы, приобрести новую технику, обучить профессиям еще большее количество специалистов, в том числе водителей для силовых структур государства. По итогам года Брестский учебный центр имени Карбышева среди других областных структур на лидирующих позициях. Водители, получающие здесь навыки автомастерства, только с положительной стороны отзываются об учебном заведении. Занимаюсь декабря месяца, начало декабря. Мне все
в принципе, нравится, инструктор у меня, во. Ну, как бы и правила нам тоже преподают отлично, как бы все понятно, не знаю, мне все нравится, все отлично. Учебный центр имени Карбышева осуществляет подготовку и переподготовку водителей транспортных средств всех категорий. Здесь существует хорошая материально-техническая база, работают высококвалифицированные специалисты. Центр ежегодно выпускает не только водителей транспортных средств, но и специалистов других направлений. Преподаватели следуют своему девизу – научить предугадывать сложные ситуации и в любых обстоятельствах быть профессионалом. И это у них получается. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Талантливые актеры и пародисты братья Пономаренко выступили перед брестскими зрителями с программой «На себя посмотри». В нашем городе российские юмористы уже не первый раз, поэтому некоторые зрители, опираясь на впечатления от прошлого приезда братьев, поторопились купить билеты на концерт и в этот раз. Дуэт собрал аншлаг. Познакомилась лично и оценила шутки братьев и наш корреспондент Кристина Купрякова. Посмотреть братьев Пономаренко, несомненно, стоило. Одним только названием программы «На себя посмотри» они уже заинтриговали зрителей. С первых минут выступления внимание брещан было приковано лишь к знаменитым пародистам. Мы как-то наслаждались тем, что мы придумываем, смешим, и как-то нам это нравилось. Но потом, когда стало перерастать в профессию, уже, конечно, поставили на профессиональные рельсы. Все, процесс, да? Сам пошел каким-то, да, процесс образом, по наступательной. Что всегда с человеком происходит, когда он делает изо дня в день свое дело. Да? Программа оказалась насыщенной. Песни, пародии, анекдоты. Номера шли один за другим. Колоритный Жириновский, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Ефим Шифрин. Список пародий огромен. Два актера сумели заметить в своих непосредственных коллегах то, что человеку, не имеющему актерского таланта и особого видения, не под силу. Зал рукоплескал. Вот ты сможешь юмор исполнить? Нет, и я не смогу. А Жириновский запросто. Вот за компанию. Ну, пожалуйста, я тебе принес. Подонок гуляет, подонок гуляет, подонок гуляет. А люди сидят, а он гуляет, он все. На концерте братьев Пономаренко впервые. А вообще, люблю сатиру. Я ни одного концерта, когда приезжает сюда к нам в Брест, не пропускала. Пришла отдохнуть после трудового рабочего дня, немножечко расслабиться, получить удовольствие. Вот, зарядиться энергией положительной от них. Братья Пономаренко выигрывают у своих коллег по творческому цеху во многом именно благодаря дуэту. Найти близнецов, одинаково любящих свое дело и одинаково умеющих угадать предпочтения зрителей, трудно. Практически все номера братья пишут сами и вместе. Как и в любой работе, в паре, здесь не обходится без разногласий. Но компромисс Валерию и Александру находить все же удается. Разногласия, безусловно, это... У нас хоть и дружный, но все-таки коллектив. Да, разногласия могут быть. Это да, без них. Мне кажется, в разногласиях... В споре рождается. Истина рождается, да. Мой текст. В основном. Да. В споре рождается моя режиссура. Да. И мой все-таки текст, моя задумка, моя постановка и вслед за мой успех. И вот они, яркие и неподражаемые, влюбляют в свое творчество очередных поклонников юмора. Барс! Ага! Чудно. А я Женя. Для тебя дед Женя, конечно. Кто дед Женя? Я дед Женя. Ты дед Женя? Да, а что? Для прикол, а? У тебя что, старый, крыша потекла, да? Откуда знаешь? Да, как давно ничего. Ты такой, что? Постоянно по дискотекам, по приколам, да? Ой, постоянно по аптекам, да по уколам. Ну что? Оно же все ломает, нет там климата, будь он не ладит, ну что? Кого ломает от Тимати? Не ломает, да, ну, всех сил. Тебя ломает? Ага.
Несмотря на невероятную схожесть во внешности, отличить братьев не составляет труда, особенно когда они выступают. Валерий более удачлив в шаржах. Александра зрители знают по наличию гитары в руках. Это что касается выступлений. На самом же деле вероятность не разобраться, кто есть кто, вне концерта достаточно велика. У них такая изюминка, как мне кажется, лично, что ближе как-то они к народу. Вот эти вот больные места, они высказывают, и которые явно видно хорошо, что эти шутки у них удаются, они высказывают какие-то наши ежедневные проблемы, вот что, мне кажется, у них получается. Если пародии не злые, то артист, конечно, не обидится. Они все адекватные, они понимают, что степень известности дает, значит, пародии. Если человек никому не нужен, и пародии не будет. Ну, единственный случай, когда Саша спародировал Безрукова, Сергея, и все вокруг сказали, что это похоже, здорово, и гримеры хорошо поработали, и пародия была классная. Сам Безруков, ему не то, что не память, он говорит, что это, как он сказал, это все-таки был Хабенский. Природная тяга Валерия и Александра шутить плавно переросла в профессию. Свою работу братья любят, потому что живут ей, потому что вкладывают силы и душу в нее, потому что эффект их деятельности – счастливые зрители. В залах всегда собирается аншлаг, а значит, российские пародисты действительно на своем месте. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни, а я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 23 февраля погода в Беларуси в основном будет формировать атмосферный фронт, медленно смещающийся в восточном направлении. В Брестской области в этот день будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса со знаком плюс, днем до 8 градусов тепла. В понедельник 24 февраля Беларусь будет находиться в основном под влиянием поля повышенного атмосферного давления, сформированного в воздушной массе умеренных широт. Осадков на Брещине в этот день не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабый туман и гололед. На дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью до 2 градусов выше 0, максимальная днем до 7 тепла. Последняя неделя зимы обещает быть по-мартовски теплой. Thank you.